Республика Корея и США начали ежегодное военное учение Fall Eagle на юге Корейского полуострова. Участие в них примут более 3500 американских солдат. По информации агентства Ренхаб, маневры продлятся до конца апреля, а 13 марта стартуют еще одни K-Resolve с использованием систем компьютерного моделирования военных действий. В этом году США планируют задействовать авианосец Карл Винсон, истребители F-35, а также стратегические бомбардировщики. В Сеуле отмечают, что учения призваны послужить предупреждением КНДР, которая 12 февраля испытала теплотопливную баллистическую ракету среднего радиуса действия Пукэнсон-2. Пхеньян уже назвал совместные действия двух стран провокацией и расценил как подготовку к вторжению. Газета Надон Синмун сообщила, что правительство обещает продолжить укреплять оборонный потенциал с ядерными вооружениями. В то же время, по сообщению информагентств ЦТАК, северокорейский лидер проинспектировал штаб одной из воинских частей. Он ознакомился с вооружением, военной техникой, планом операционной деятельности и программой подготовки военнослужащих. Верховный главнокомандующий Корейской народной армии выразил уверенность, что его личный состав будет сохранять высокую степень боеготовности, чтобы обеспечить надежную защиту социалистической страны.